Еще раз добрый вечер всем, с вами Slam, StarLadder TV, матчи Star-серии StarLadder, и я готов вам сказать, что команда Fnatic решила сама стартовать свой матч вместе с командой Kerchnet, и у них уже тут, как видим, полный-полный замес, 3-0 в пользу Fnatic, непонятно, почему они не подождали, но вот решили стартануть, но ничего страшного, там просто с дилеем у нас, по-моему, есть небольшая байда, вот пытается подобрать, пикнуть бомбу фриз, пикает, уходит вниз, Смоди на прикрытии и мейн ласт призрак. Друзья, ну вот он матч, когда мы должны просто поболеть, наверное, даже за Kerchnet. Могут они здесь и навязаться как-то Фнатиком, но проблема в том, что пик карты был за Керчами. Они должны были в конечном итоге решить, будут играть Нюк или Мираж. Вот на Мираже бы я, наверное, на них как что-то допоставил в любом случае, просто потому что мы сами знаем, что эти ребята, кроме Миража, пока особо сильно ничего больше другого не играют, и результата у них на других картах жесткого не было. Не, ну был Нюк, конечно, с киками, но это совсем другая история, друзья. Ну и начало весьма интересное для команды Kerchnet. Сразу же, наверное, составы вам представлю. За Fnatic выступает Xapex, Kerrigan, Trace, Modi, Freeze. За Kerchnet в сегодняшнем матче играет Blade, крутой скикер, Медведев и Мист. Вместо Бондика Мист, друзья, сразу поправляю. Поставил Бондика в начале титра, в начале матча, потому что думал, что он будет выступать за команду своего капитана, как его бы, наверное, назвали. Но вот не сегодня. Сегодня решили этим составом разыграть.
Ну, 4-0. 4-0 пока датская команда контролирует все действия украинского коллектива. 5-0 и еще один эко-раунд команды Кирчнет заканчивается. Не с хорошим результатом, всего лишь минус 2 на эко. Можно было бы и минус 3 при желании намутить, но пока до этого дела не дошло. Ну и мы ждем сейчас расклада по билдбаю. Билд такой, то что Медведев на АВП. Удивительно, удивительно. Странно, что не мист. Вообще... Но, знаете, места мы, наверное, увидим во второй половине. Он любит за атаку подраться, покусаться и вообще все такое. Так, 3-9. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но Фнатик пошли дальше. Фнатик просто решили уже агрессивно простреливать начинать. Ну, судя вот по темпу-то игры, да, можно сказать, что датчане... ну, вот играют, знаете, своим датским нереальным стилем, как в старые добрые времена. Если кто помнит... команду Mortal Teamwork, когда играл Фриз, Трейс, Зоник, вот эта вся банда датчан, да, все, наверное, помнят этот неповторимый стиль, когда вроде парни там могут взять 5 бесстрашно, но потом просто их начинают ломать, и они, ну, никогда стабильностью в нападении датчане не блистали. Минус от Медведева, попытка дать контроль. Фриз, минус призрак, хорошо играет, мажет по ящику и теряет хп, но размен на 4 в 3. Не самое лучшее, что можно сейчас пожелать Фнатикам. Трейс, open ramp. И пока что удается выйти на желтые, выйти на железо. Попытка прострелить ящик тоже ничем не заканчивается. Там пусто, разваливают кабину мисту. Не сыграл в нычке. А мог застать врасплох сейчас двоих. В итоге позволяют датчанам качнуть. Так, а где у нас по улице няшечка? Вот он. Вот он Фриз, который по улице должен был играть. Ну, сейчас Керч ждут просто бомбу на... и ждут врыва, естественно, вот этого господина на девятку в качестве отрезающего. Что, в принципе, ну, это задача как бы защита выполнена уже практически. Осталось только нормально атаковать. Крутого бреют, 9 АВП, и его просто шьют. Моди уходит, естественно, сразу же. И играет уже более аккуратно. Ну, забирают Блейда, забирает Трейс Медведева, и все просто упали как по шаблону. 6-0. Трейс убирает 4 оппонентов в этом раунде. И на 7-й раунд команда Кирчнет уже с наименьшей моралью, по-моему, отправляется. Да, да, да. Ну вот такие вот дела у нас вытворяются и исполняются в этом матче. Хотя, знаете, непонятно, вот чего желать можно было Кирчам. Но явно не Нюка. Сами виноваты, конечно, то, что до Нюка дело довели. Лучше бы это был Мираж. И хоть нас тошнит от Миража, и мы устали от Миража. И вообще, нам Мираж настолько зверски надоел, что мы даже его играть не хотим. На Кирчнет посмотреть было бы там приятно. Просто там была бы игра, там была бы команда, которая играет. Ну что, датская команда снова решила взять все под свой контроль. И сейчас они готовят фейка. Если я не ошибаюсь, это действительно фейк. Но пока непонятны все роли команды, потому что все встают на раскидку. Ох, крутой! Не, без фейка. Отправили просто к Сейпиксу на инфон. В принципе, собрал. Фронт Эксим промониторили, Медведеву дают забрать Чо Фриса, будка пушится, Медведев минус, но и Медведев с Блейдом, ты как раскидали, а? А вот надо было делать фейк, здесь датчанам Блейд намекнул, мы готовы вас на принять. Но это раунд был просто тык-притык сыгран, и никакого творчества, импровизации от Фнатик здесь не было. Вообще, наверное, eGaming Bets, наверное, дает интересные коэффициенты, мне даже кажется, что... если Кирчнет бы здесь ставили на себя и выигрывали, то можно было бы поднять. 3-2-2, пацаны. 3-2-2, да, вспоминаем Керриган. Но больше меня интересует вот этот вот парень, который сейчас должен контролировать весь расклад по улице. Его, естественно, будут сейчас прогренивать. Ну и ключевая позиция за призраком, на его совести. Два опенфрага, которые может дать команда. И пока он... ой, его переманцевали, обошли! Просто Фнатики! АБЦ, Counter-Strike с таким обходом! Заставили... растеряться призрака. Один упал. Рамп держит мист. Радио, в принципе, сдержал. Молодец. Нужен смок. Нужен смок мисту. У него только одна флешка в арсенале. Не хватает сейчас смока, чтобы вот изолировать просто и уйти. Все будет хорошо. В итоге дает датчанам раскидывать. Спайминг. Без шансов. Без шансов проспамил. Ну и начинается снова вот этот вот ядреный полет. Спасает ситуацию Блейд. Как-то выковыривает здесь. Размочил немножечко счет по разменам и попал в перекрестный огонь на закрытом. Фнатик все еще имеет инициативу, уходит оба в длинный. Это риск. Медведев крутой против Керригана и Ксейпикса. 100 плюс 100 против 41 и 57. Как тяжело сейчас будет Кирчам взять это очко заветное. А тут надо еще закрывать. Ксейпикс убивает первого. Медведев. Каких еще Медведев? Говорит Медведев и... да пошли вы, не пойду я к вам с вашей бомбой. Фу, датская бомба просто. Эх,
Эх, вот Медведев не зашло. Ну а на что надеяться? Катастрофически сложный раунд. 7-1, 6 раундов разницы. Фнатик после победы над Нави сейчас находится в таком, наверное, приплыве моральном. И на позитивчике, по-моему, могут сейчас так и 10-1 устроить. И 13-1, и 12-1, а потом еще... А чем дальше, тем хуже, сами знаете, да, русские фильмы, они такие. Вот всегда, всегда ты их не ждешь, но всегда кто-то что-то снимает, и потом мы наблюдаем эпичные экшены. Ну, я, наверное, включу автодиректор, потому что сейчас уже не важно, как бы, на чем мы будем смотреть этот раунд и за кем. Та-дам! Так, и вот кто-то пишет хохлеры. Так, на морали тащат. Да какая мораль? Просто они сейчас разыгранные. Они же все матчи ведь проходят сейчас дома, да. И, во-первых, Фнатик разминались перед Нави, перед матчем с Нави. Во-вторых, они сыграли с Нави очень плотную встречу. Конечно, там результат не по счету. Вот именно в игре я считаю, что там везло датчанам реально. Но опять-таки везет. Твое везение зависит от того, насколько ты вот разгонишь как бы свой мозг для того, чтобы реально соображать в игре более-менее ровно. Ох, чекнул призрак, сразу нафигачили. Понял, что плохая идея, сменил позицию Медведев, теперь уже от инфы работает. Мист в этот момент врывается в аркаду, зная то, что улица проходит, и его задача подловить радио. В принципе, он подловил, но сам проявил инициативу, пытался удивить сейчас Моди и его тиммейта, ну, лет рейса, но парни были готовы принять этот стрейф-мув от Миста. И контроль уходит снова к команде Fnatic. Но вот опять Блейд! Просто, ну третьего же еще бы я забрал. Пакет видел, все, пачка внизу. Нужен призрак, нужен просто Медведев. Очень-очень срочно. Боится Медведев то, что пройдут в 9. Фриз забирает бомбу и проходит сейчас через длинный. Ну, постчек длинного, раскидка флешек, плент. Ждет спину, знаю, что его там пытались запереть. Падает каналка. Все это дело Фриз слышал. Но так как он бомб керри, его должны прикрывать здесь. И он ставит под правый. Кроет кто-то под правый. Да, кроет под правый. Бомба в итоге не ставится. Просто ложится смог. Тянут время до последнего. Фнатик и Фриз остается последний с бомбой. Но Крутой его забирает врывом. Найс. 2-8. Ну, хоть так. Хоть так. Конечно, нужно извение датчан сцепили. Киршнет. Видно все-таки, что Блейд, вот несмотря на разницу, да, там, в игре... То, что было 1.6, вот есть CSGO, да, Blade все равно так же четко, в принципе, действует. Да я имею в виду его не действия индивидуальные в плане скилла, а я имею в виду то, что команда координируется именно им. И, по-моему, сейчас они сыграли хороший раунд. Опять-таки, выводы делаются, по-моему, прямо на ходу. И для Kirchnet это игра рандом, а вот для команды Fnatic пока, кроме быстрого набора раундов и небольшой ответки от Kirchnet, в этом матче больше ничего и не произошло. Так, ну что, по улице вслепую Керриган заходит в метро. Фриз, десант. Чек красного, за красным война. 69. Медведев. Вот очень хороший демейдж по Ксейпексу. Прямо бонусом забрал. Ну, есть красный на улице, Медведев чек. И Блейд принимает, в принципе, сейчас спокойно здесь Ксейпекса. Ну, должен выйти забрать. Вот этот датчанин до последнего момента. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как тебя перевернули! Ну, есть Крутой, который закроет, но остался еще Фриз, и его спалили. В итоге Крутой, ой, в голову Фриз. Вот это опасно, конечно, прострел на прострел. Фриз забирает призрака. И остается в неловкой ситуации. Медведев должен здесь просто ловить наглого ковбоя Фриса. И mission completed. 8-3, друзья, 8-3. Что будет дальше, я боюсь предположить. Но если 3 взяли, значит еще 2 как-то можно там, я не знаю, попытаться. Хотя сторона защиты, а половина уже за Фнатик. И я вот подозреваю, что во второй половине, кроме респоседения от Кришнет, мы можем ничего не увидеть. Но не будем забывать матч с Безумный Скик, когда они действительно выиграли и играли просто совсем нестандартно, но им это помогло. Ай, мисс, зачекал, увидел ногу через дым, походу. Ну, после хае видно ногу. На самом-то деле, вот у места была такая возможность сейчас ее прочекать. Ну и Фнатик снова по улице, снова втроем. Все то же самое делают, вообще не меняют в стиле игры ни капельки.
Единственное только то, что меньше агрессии на рампу устроили. Как видим, никто предбанник перед радио не занимает, как и само радио у терроров. Призрак ломает фризу пачку. Первая кабина пошла. Вот в чем бонус позиции призрака, то что чувак оттуда может закрыть вообще всю улицу, а его разменять вообще будет невозможно. Он закрыт, 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 уходит под флеш и в принципе целый. Вот в CSGO такие мулы полезны. Полезно делать, когда вы уходите. Ну вот благодаря стараниям призрака Медведева сплит по улице затормозили. Плюс сейчас играет мист на размен. Ну, немножечко я исчервил, но ничего страшного. Ну, призрак туда же просто от трейса падает. Крутой перестраивается под прием закрытого. 27 секунд до конца раунда. Из-под девятки выходит суппорт в лице Медведева. Он должен убивать просто моди. Ломает моди, проходит спину. Спину никто не кроет. Стоит атака просто на вилке. Понимают, что их просто поджали с двух сторон. Крутой. Зажимает. Ай, Эпикс. Смотрите, что делают. Уходят от Медведева в каналку. В каналку уходит бомб кэрри, Это лол, красава! Ой, датчане натупили! Просто не смог, не пролез, толстый стал, не пролез в каналку с бомбой. Медведев выходит, о, медведи, и минус два. Ну, от души, конечно. Смешной момент, красивый. За это мы и любим Counter-Strike, друзья. 8-4. Датскую команду сейчас просто до безумия, не знаю, выжили. Выжили просто до безумия. Красава. Ну и начало, ну опять то же самое. На этот раз Киршнет уже звереют, уже скрипт забирает блейд с первых секунд. Понимает сейчас украинская команда то, что без численного преимущества опенфрага делать что-то тяжело. Закрепляет свой успех блейд, минусуя также трейса в паре с крутым. И атака по улице уже более чем предсказуема. Придерживаются чек позиции Керчнет. Ну и смотрите, вышел на у нас казачок. Засылают фриз разобраться с движухой. С Эпикс, фриз. Крип, фриз. Ой-ой-ой, по разменам на 2 в 2 дают датчанам разыграться. Важный момент от места, важный момент от Керригана. Вот сейчас все, в принципе, и решится здесь на пленте. Просто зависит от того, как выйдет Керриган. Ну и фриз просто будет ждать. Ну и мист просто минус 2 вот 2 раунда подряд. Ой, тьфу, извиняюсь, путаюсь с Медведевым. Но тупо что-то как-то в последний момент Фнатик вообще встали. Хотя знали то, что с мейна пришел суппорт, видели. Ну и невнимательно сыграл Керриган. Вот опять же я поэтому и критиковал его за последний дримхак. Он на дримхаке играл ничуть не лучше. Совсем вот не может играть внимательно, нормально, ровно. Пора бы уже. Вроде бы выходил в нормальной ситуации и почекал 9. Увидел за каналкой парня и все, Габелла. Ой. Фриса надо было кормить. У меня тут переводчик. Я искал, как кормить на английском. Вообще смотрел все глаголы, которые мне были сегодня необходимы в ультра-супер-переписке с непонятным чуваком, который рассказывает мне такие истории. Мист. Минус трейс. Блейд минус моди. Серия фрагов за Киршнет. Ну, на 8-6 вытягивают. В этом матче. В этой половине. Вот только фриз. История про фриза, который не смог. Да, кормить. Зачем мне этот чудовищный глагол? Друзья, затем, чтобы... я мог спокойно, там просто EMS, типа, мы же не комментируем EMS в этом сезоне, да, именно, ну, вот, комментаторы StarLadder, там, то есть я точно нет, а там очень сильно хотят, и меня спросили там просто коллеги, там, не знаю даже из какой страны, просто спросили, а что ты, типа, делаешь в эти числа, я вот написал то, что я иду drink-drink, и я буду кормить медведя, поэтому я буду очень сильно занят. А Фнатик тем временем прорывают аплент, ломают кабину Блейду, и атака, вот, серия атак на аплент в начале раунда, была провальной, решили выйти будку и вот сразу же расклад на 2 в 2 снова. Ну, стараются, конечно, парни из Керчнет. Очень стараются. Моди. Один дефузит, и Трейс об этом не знает. Как Медведев красиво, да? 8-7. Керчнет собрались. Собрались, но что-то поздно. И львиную долю раундов на самом деле они отдали. И вот преимущество даже ради... Вот непонятно все равно, почему в последний момент собираются Керчи. И все было нормально, и все было ровно, и все было четко.
могло бы быть. Но почему-то за защиту пока ребята не играют так. Как того стоило. Так, зачем? Зачем тебе нужен домашний медведь? Ну, я люблю домашних медведей просто. Представляете, вот у кого-то собака, у кого-то вот эта вот кошка. И все читают эти всякие грёбаные паблики с кошками, собаками. А вот у меня живет дома медведь. Вот, вот и все, вот, ну. Ну да, я из России, да. И что такого? Ну вот нравится мне медведь больше, чем кошка или собака. Ну что плохого? Кто-то, конечно, и слона может себе позволить. Но я вот хочу, например, медведя. У меня пока есть виртуальный. Ладно, смотрим за встречей. Трейс минус Блейд. Ну, моя ставка на вторую половину 8-0 в пользу Fnatic. Может быть, в одном из раундов удастся кирчам сыграть как-то. Но, судя по расстановке, пистолетки, они неплохо действуют. Они неплохо действуют, знают, где надо надавить. И это самое главное. И пока у них раскид апленд, выход будка должен был быть. Вот суппорт должен был быть от Керригана, но он что-то вообще мейн. Каналка, а там, о, Медведев, каких еще Медведев, выходит пачка на А, падает. И не удается вот сплетануть каналок вдвоем команде Kirchnet. Звено на будке-то приняли, могли сыграть каналки, но им просто не дали уже выйти. Потеряли они в тайминге. Ну, боятся, походу, пока вылезать в нужные моменты. Так. Сейчас мы забаним одного. Вот давну хою. Ты забанен. Пока керч, кто-то говорит. Ну, еще пока непонятно, пока не пока. Но я вам скажу так, в Kirchnet будет, скорее всего, ряд замен. Наверное, может одна, может быть две, пока еще непонятно. Но чтобы явно играть, как они играли в 1.6, это должно пройти время. Плюс пока что региональных турниров очень мало, если они вообще есть, я пока не знаю. И кроме как StarLadder играть негде. И у многих просто мотивации нету. Ну, сами понимаете, что... Как бы, да, например, тот же Блейд, я думаю, он много не проиграет в эту игру. Но он мог быть бы просто нереально полезен. Знаете, как вот... Как Лекс, например, да? Вот он реально занимается работой менеджера. То есть его работа, она не состоит в том, что он должен там купить билеты на самолет и всякую фигню. Да, это просто как рутина считается. А он реально вот... Я когда смотрел, когда они играли еще, когда он за спинами ВП сидел, как он обсуждал, вот он реально... Меня вообще просто очень сильно поразил. Я даже не ожидал, что вот... Но это, скорее всего, просто потому, что чувак реально, да, на совесть всю жизнь играл, как бы всегда старался, всегда искренне относился к делу. И вот именно благодаря таким парням, как Лекс. Хороший пример, в общем-то, просто для игроков, которые, ну, еще хотят побыть в киберспорте как-то, да, поманагерить или что-то вроде этого. Очень хороший пример. Ну, тут пока смотрим за раундом, и за Эпикса вообще сейчас нормально промансовали. Приходит Керриган, сажает призрака на свой фармган, и минус 2. Еще и в голову прострела. Мой Блейд съел вообще 11-7. Ну вот он, выход датской команды вперед. С огромным преимуществом. По-моему, даже разрывным. Если Керчи вдруг сейчас выиграют Фнатиков, я перестану болеть за Нави. Интересно. Слэм, какой медведь? У тебя же панда есть. Ну, панда тоже медведь, но это другой. Это из Луганска. Это не тот панда, который такой, такой большой, жует бамбук и все такое. Керриган. Да, его тут неплохо, на самом деле, сейчас смогли зашить. Вот единственное, что раздражает, искажение патронов после валбенга, короче, в CSGO. Очень сильно бесит, правда. Просто нереальная, невероятная правда. Ну, серьезно, раньше можно было вот ловить вот... Первые респы, когда заходят, да, на... Так, смотрим, убьет внешка. Нет, не убивает внешка. Но крутого нахелили и взорвали. Нормально. Вот респы первые, которые заходят, обычно, да, в 1.6 по 2 заходили. Да, иногда один оставался. И вот в этот момент атака могла нашивать спокойно с этой будки. Просто ловить в тайминг, да. Здесь вот вы нашьете, но чтобы убить, вряд ли в голову там не залетает просто. Не, есть случаи, когда залетает, но не всегда. Ну и, в общем-то... Kirchnet даже выйти ни на Б, ни на рамп никуда не смогли. Их спокойно как бы перекрыли на улице, перекрыли кислород. Под рампами пытается вот Медведев просочиться в этот стойкий дефенс апленда, падает в каналку, а бомба все равно у призрака, и он выходит на рамп. Его там тоже чекают, забирает Медведева. 20 секунд у призрака есть на то, чтобы подумать. И 1 в 4
Будет ли это безумный подрыв? Я сомневаюсь. Его, да, знают, где он находится. И сейчас его с девятки просто спокойно к Сейпекс должен убивать. Тут еще помогли сплунта, как видим, да. 12-7. 12-7, только на 5-й секунде завершается до конца раунда раунд игровой. И мы смотрим за 20-м раундом второй половины. 12-7, это вполне возможно добавит Кирчнет. Нельзя на 12-м, конечно, так вот. На 20-м, вернее, уже. Даваться просто, если здесь сейчас взять 8, это будет 8-9, это потом эко 10-12-10. Два раунда надо будет потащить, покорячиться, но... Давайте посмотрим. Быстрые калаши, очень рисковый шаг от команды Керчнет. Без подготовки Аплента, они выходят на контакт стреляться с командой Fnatic. И их здесь просто... Ну, здесь, в общем-то, получился неплохой салат из четырех украинцев. Не хватает только клинка для полного счастья. Клинок у нас ждал аркаду с радио. На радио. Но Фнатики забили вообще просто смотреть рамп. Зачем? Зачем? Мы же знаем, что на все будут. Все круто. Ну и Блейд такой открылся. Хоп, прыгнул. Сейчас будет прыжок с переворотом и будет чекать девятку. А в девятке-то... В девятке... Привет ему передают в Сейпекс. Пламенный, горячий. 3.17. Ой, 13.7. Вот это я вообще зажег просто. 13-7, господа. Вот дальше у нас по расписанию матч ESC Gaming против Kick, друзья. Вот это будет нереально эпичная заруба. Кики сейчас, если будут не в форме, то, соответственно, поляки должны брать, но... ESC на ланы хотят, извиняюсь. Как меня просто накрывает мой класс. Давайте смотреть за сбором халявы. Show me the money, show me the money. Вот это да, вот это видали, да, как там открылись пистолетом-то. Но все равно, вот это микроконтроль, вы видели, там просто три, наверное, ну вот он прямо в голову в последнего повернулся, просто прямо вот точь-в-точь. Какой аим у Ксейпикса? ОМГ, непонятно, почему он как избавился от капитанского и повязочки. Почему этот парень стал играть слабже? Хотя, ну, с кирчами у него все вообще замечательно. 23 на 11, но он 30 мог набивать против поляков. Это же жесть, как много на самом-то деле. Вот Керриган пока играет действительно как капитан. 11 на 12, ничего сверхъестественного, все спокойно. Но по КД, по-моему, этот парень даже в плюсе, и все... Все его должно устраивать. Так, он еще и суппорт фрагер на... Сейпекс бежит суппортить улицу. Ну, с внешки чекать дело неблагодарное, на самом деле. Могут здесь сбить. Ну, как видим, Кирчнет только один по улице. И опа! Сразу рыбкой просто нырнул. Ну, в данном случае, можно сказать, топориком. От этого с внешки чекать и плохо. Там просто, ну, каждый, не знаю, внимательный игрок, который играет на улице в вашей команде, он всегда это пространство чекает изначально. Ставится пауза. На счете 14-7, я так подозреваю. Нет, это не пауза, у меня что-то с интернетом просто. И смотрим, мист 3 в 2 после разменов и после небольшого warning connection. Фриз пытается выйти на фаз зумы, минус Медведев. Пытается сбрить плент, размен гранаты, минус. И бомба упала, мист 1 на 1 с Фризом. Мист не выходит в упор, 15-7. 15-7, и команда Fnatic в шаге от победы. Игра на матчпоинтах. Ну и во второй половине, как видим, все-таки... Керчнет сыграли по прогнозу и не взяли ни одного практически раунда. Ну вот шансы есть еще, конечно, взять 8-9, но 10 раундов, по-моему, такая команда, как Керчнет во главе с Кэпом, должна набирать десятку минимум против Fnatic, при том, что датчане сейчас не самые сильные и грозные. Но на Старладере они пока одни из самых сильных и грозных. Мист вообще как папа просто уже прыгает. Подлетает на скалу, пошел чек улицы. Ну, мисс, давай, стрейф килл. Но, ну, давай, ради. Не, я сначала полоскаю Фнатиков дымами, полоскаю их флешками. Предсмертные ласки от места, друзья, и проход по улице осуществляется уже. Но крутой, вот настолько крут, что Ксейпекс просто его зашил в дым. Призрак реализовался, но о призраке известно, и ему как бы одному на улице будет играть тяжело. Ситуация тяжкая. Шаткое преимущество, конечно, численное есть за Фнатиками, но оно сразу же вырезается по понятным причинам. И Фриз еще дает джампинг на ящик и 16-7. В общем, без каких-либо шансов уносят команду Керчнет Фнатики, и это нас радует. Далее, ESC Gaming против Kick. Остаемся на нашей трансляции, далеко не уходим, и я вернусь уже с матчем.
Thank you.